Саша, меч. Саша, меч. Саша. Молодец. Мяч, мяч. Машинка, машинка. Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами Даша и Алена. Сегодня мы будем играть Аркадий Паровозов, Аркадий Паровозов. Ну вот что будем играть? Рисование, чтобы есть, пазлы или угадайку. Пазлы. Ну, вот сейчас будем играть пазлы. Сейчас мы будем собирать, как Маш, ну, как Маша и Саша на пляже, и как они стали, ну, загоняли. Дорогие Саша и Маша, вы на солнце в жаркий день избегайте находиться с непокрытой головой. Временами заходите отдохнуть в густую тень. Чтобы на солнце не случился, с вами солнечный удар. Потому так. Что все возможно, вот все бывает так. Сказать. Дима, 10. Я могу. Могу. Молодцы, мы выиграли с Малика. Давайте же дальше смотреть. Это пазл для пчелины. Хорошо, хорошо. Вот Аленка сейчас будет... Не хочу пазл! Не хочешь? Да. Ну ладно, Аленка что-то не хочет пазл. В угадайку есть... Есть сосминого. Хорошо. Я хочу выбрать, покусать. Покушай. Ну давай. Ну... Ну, друзья, я выбрала покушать. Маша проголодалась. Накорми ее съедобными продуктами из холодильника. Съедобными? Это помидор. Ну, как думаешь, что нужно положить? Чай, масло, котик. Вот, и вот это. Нет, что съедобное? Вот это. Что, шоколадка? Съедобная? Она съедобная? Ну, давай. Это сырок. Да. А что здесь съедобнее? Еще раз. Здесь это игрушки, это кармак, это шарик, это махнет. А что съедобнее? Сыр или телефон или ножницу? Нет. Только сыр остался. Это сыр. Да, молодец. И мы выиграли значок котик. Котик. Помоги Саше котик. Выложить 3 несъедобных предмета из холодильника в коробку. То есть несъедобные предметы. Алена, что несъедобное? Шарик и кактус, наверное, да? Нет, только это остался кактус. Нет, несъедобное. Наверное, шарик и кактус, да? Да, Катя, это тоже мороженое. Говорят, тебе помочь? Помочь тебе? Да, они говорят, помочь мне. А что еще? Никто не съедобный, только... Это воздушный шарик. А что еще здесь? Ножницы, наверное. Вот, вот, вот. Нет, я говорю не съедобное. Что, ножницы, да? Да, да, да. Не-не, это надо тепло-тепло. Это ножницы. Помоги Саше выложить 3 несъедобных предмета из холодильника в коробку. Не съедобные. Это ножницы. Они не съедобные, да, или съедобные? Не съедобные. Да. Молодец, мы выиграли галочку. Кот очень голоден. Накорми его, пожалуйста. Он показывает яблоко. Это яблоко. Да. И он показывает апель. Это апельсин. Я вот так. Это апельсин. Да, мы получили целый бал.
Помоги Маше выложить все несъедобные предметы из холодильника в коробку. Кашу! Алена, несъедобные. Что здесь несъедобное? Юа или мячик? Наверное, юа и мячик, да? Давай это юла. Отлично. И мяч. Это мяч. У тебя все получается. И машина. Это машина. Накорми Сашу тремя съедобными продуктами из холодильника. Тремя съедобными продуктами. Это мороженое. Тоже съедобный продукт. Это груша. Молодец. Это молоко. Это тоже съедобный продукт. Маша очень проголодалась. Накорми ее двумя съедобными продуктами. Это каша. Класс. Это ситро. Кот хочет съесть только один съедобный продукт. Дай ему то, что он попросил. Это лук. Маша хочет сложить все игрушки в коробку. Помоги ей. Ага, значит, машинка, игрушка. Молодец. Телефон. Телефон? Тоже игрушка. Молодец. Пирамидка. Пирамидка. Накорми, пожалуйста, кота. Показывай. Курица, курица. Это курица. И он показывает. Это сыр. Лапа показывает. Это слива. Слива. Дай Саше те продукты, которые он просит. Помидор. Помидор. Колбаса. 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 Колбаса не игрушка, а съедобная. Закорми Машу тем, что она просит. Груша. Груша. Яблоко. Яблоко. Молодец. Слива. Слива. У тебя все получается. Апельсин. Я съел свою сил. У тебя все получается. Яблоко. Я съел свою сил. И смотрите, мы выиграли котика! Дай Саше те продукты, которые он просит. Сыр. Давайте уже не будем, а то много уже. Давайте поиграем в угадайку. Давайте, давайте. Угадайку. Маша. Кораблик. Маша. Маша. Кораблик. Кораблик. Все. Болотка. Болотка. Синка, машинка. Чего? Не нужно. Какая помощь? Саша, мяч. Мяч. Машинка. Рыбка. Рыбка. Муховой. Пчела. Пчела. Рыбка. Рыбка. У тебя все получается. Мухома. Это даже очень клево. Очень хорошо. Знаете? О, Аркадий Паровозов. Аркадий Паровозов самолет. Аркадий Паровозов Маша. Ну вот, Маша. Молодец. Самолет. Аркадий Паровозов. Смотрите, котика.
Бабочка, машинка. Машинка. Курочка, курочка. Рыбка, рыбка. Она будет с нами, как она же. Машинка. Не хочу. Машинка. Я его сыграю. Сейчас мы доиграем. Нет. Молодец. Мы сейчас выйдем. Аленка, не переживай, ты чего? Сейчас поиграем, мы будем рисовать. Давайте мы выберем. Yes. Да. А здесь будет машина. Здесь будет велосипед. Здесь будет дорожная станция. Не дорожная. Это же пожарник. Вот он ползал по деревьям. Это какая-то летающая тарелка, но это не летающая тарелка. Кактус пусть будет в лесу. А, еще кактус. Молодцы. Вокруг грибов. Ролики. Дети тут оставили ролики. Скейтборд. Он падает. И рыбка. Рыбка. Почему ты не тащишься? Класс, мы за собой. Теперь мяч, он летит прямо. А там котик стоит. Он машет какой, машет. Он хочет рыбку съесть. Ну, всем пока. Сегодня с вами была Даша и Алена. И всем пока. Пока.